В общем, решили мы тут с ребятами подняться на гору. 2300 с чем-то метров. Вот мы на прошлой неделе поднимались, до сих пор ноги болят. Не знаю, что сегодня получится, смогу ли я вообще осилить. Вот с утра можно на улице почистить зубки. Вот здесь я однажды видел, как приехал таксист и мыл голову. Домой-то некогда заехать. Взял тазик, налил воды. Все, понял, вот здесь на дороге. Друзья уже разминаются. Никита в отличной спортивной форме. В прошлый раз пришел вторым. Вот он уже вот готов к бою. Почему это? Тяжелая камера. В пробке стояли. И там девочка высунула жопу из окна заднего. Сиденье и пока. Девочка была средних лет. Примерно 50. Там 16 лет где-то так. А второй случай был, как в Лоху ехали. И прямо по дороге чувак едет на мотике. И в руке везет с собой капельницу. Этот в катетер, короче, вставлен в вену, и он едет просто по улице. А, у тебя же катоновая, да? Гора. Гора. Ну мы пошли. О. Мокренько. Слышите, да? Скользко. О, помнят. Ножки помнят? Помнят. Вот первая табличка. Не залазьте, когда мокро. Сегодня мокро. Но мы пойдем. Да. Мы дойдем! Мы еще подниматься не начали. А ножки помнят, да? Сейчас мы прием под ноги и начнется сам, собственно, подъем. Многие говорят, не надо. Мы еще, говорит, не отдохнули с прошлого раза. Гроза, которая наверху, тоже говорит, не надо. Будет мокренько. Ну, посмотрим. О, вот она первая табличка. 100 метров. Подниматься туда, направо. Сейчас мы подходим уже к подножью. Вот тут работа. Не волк. А поднимающихся надо кормить. А тетя со всем этим грузом ежедневно поднимаясь на рабочее место на несколько сот метров вверх. Таких там через каждые 100 метров продавцов всякой фигни. Ну, первое живописное место. Деревянный мостик. Уху, как разгоняется прикольно. Пошел ливень. Страшно. Вот и первый. Пиал. Вот тут уже продавец. Находчивый. Сезон дождей берет с собой плащи. На этом зарабатывает. Ну вот, у подножья начинается сам подъем. Наверху туман, а впереди водопадики, горная речка, в которой мы искупаемся, когда дойдем. Я надеюсь, что я дойду. Когда начинаются каменные ступеньки из естественного камня, так интересно, но идти по ним намного сложнее. Начинается лестница, уходящая в небо. Самое интересное, что поднимаешься наверх на один пролет, а
впереди, видишь, открывающийся следующий пролет. Ну вот, китайцы мусорят, конечно, по-свински. Фух. Я поднял, да боюсь, не донесу. Красота. Дождь был, закончился, потом опять был. Сейчас опять закончился, выглядывается немножко. Фух. 1800. Ну вот, арбузик, помидорки, огурчики. То, о чем мечтает каждый путник, забравшись на гору. Так, издалека не отличишь и не скажешь, что это цементные поручни. На заднем фоне до сих пор слышно этого оперного певца. Поет, зараза, хорошо, во весь голос. Очень красиво. А вот, кстати, мусорки. Прошел 1700 метров, значит, осталось всего, наверное, какой-то километр вверх. Я без вещей-то еле поднимаюсь. Дядька умудряется сумками пилить. А вот и ступенечки. 2200 метров. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Тропинки сделаны в виде корней, деревьев. Очень хорошо. Идти под скалой. Очень интересно. При этом по пенечкам. Искусственно. Очередную табличку. 2400 метров. Последние 100-200 метров кажутся такими длинными. Вот, как даже не кажется первый километр. А ноги уже просто наверхе. Казалось бы, осталось чуть-чуть. Ну, собственно, и лестница уже особо не осталось. Пошли уже какие-то вырубки. Уже хочется окунуться в эту прохладную водицу. Там лежат. Хоть под дождем. О, подняться. Чуть-чуть. Эгэгэ! Дай камеру! Куда я буду, брошу? Блаженство! Отдыхалка какая, поднялся? И поет. И поет. Я ей говорю еле-еле. А он поет. Вон, вон. Да.